Третий вариант. Кто загадал у нас третий вариант? Смотрим. Так хочется сделать прям вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. По-всякому перекрутить. Что же нам скажут наши уважаемые оракулы? Выйдет ли моя хорошая, замечательная женщина, которая смотрит меня сейчас, второй, либо в очередной раз замуж? Итак, первая позиция. Характеристика. Что говорят оракулы? Вторая позиция. Третья позиция. Прошлое. Что сейчас? Препятствия. Что необходимо изменить? Наиболее вероятный результат. Что ждет? Ну и в конце мы подведем итог, спросим совета оракула. Итак, потрем наши ручки. Все-таки давайте разомнем плечики. Может быть, вы два варианта просматривали, двух мужчин, трех, может быть, даже. Сможете ли вы, сумеете ли выйти замуж за кого-то? Наверное, уже все устали в предвкушении очередного варианта. Третий вариант. Итак, первая позиция. Двойка. Девочки, двоечки вы мои, перевернутая двоечка. В перевернутом состоянии показывает, так вот вы были, да, что как-то грустно, отчаялись, устали ждать, надоело, напрасные ожидания какие-то, вот такие мысли в голове. Что-то все приходит и уходит, все не то да не то. Какие-то мысли не очень хорошие, как утрата надежды на встречу. Хотелось бы статусность, хотелось бы, чтобы мужчина заявил всему миру, что он берет ответственность за вас. Но, скорее всего, этого не происходит. Либо же вы встречаетесь не с теми. И такая печаль, что просто какая-то потеря надежды на данный момент. Такая характеристика. Но давайте посмотрим, что же привело, какие события прошлого привели к настоящему моменту. 16-й оракул. Оракул перевернутый. Так видно? Что из себя представляет? Здесь какой-то человек, который был рядом с вами, обманул вас. Это фальш, обман. Как говорит оракул, это прокладывать дорогу обманным путем. Может быть, к вашему сердцу, может быть, вас использовали просто вашу доброту, ваши отношения хорошие. Возможно, здесь был человек моложе вас в предыдущих отношениях. Как-то наложил отпечаток на здесь и сейчас. Но давайте посмотрим, что же на самом деле здесь и сейчас. 12. Еще одна красотка в таком шикарном длинном наряде. Очень красивая. Длинные волосы, украшения египетские. Вы в каких-то воспоминаниях. Оракул говорит об интимности. Очевидно, вам было все-таки с этим человеком хорошо. Скорее всего, это тайная связь. Возможно, здесь была разница в возрасте. Что-то нарушающее правила. А у вас остались воспоминания. И все-таки давайте посмотрим дополнительный арканчик, возьмем. Оракул. Как-то это влияет. Двадцатка. Но знаете, тут ощущение, что вы кому-то помогали или как-то могли помочь и боялись обидеть. То есть ощущение, что у вас просто знаете, травонатура такая впечатлительная,
Вместо того, чтобы сказать козлу, что он козел, который щиплет капусту в разных огородах, боялись обидеть, и у вас какая-то более дружественная, что ли, ну, интимность. Ну, более, конечно, там надо было брать и отдавать, но столько, сколько вам давали, то есть совершенно ничего вы не получили от этого, столько вы передали вот туда куда-то в прошлое. Энергетически идет все-таки усталость, пробой. Забрали те отношения, что-то прошлое, очень много энергии от вас. Взаимности было мало, либо взаимность была не достаточная, чтобы вы подпитывались больше сами своими, наверное, мыслями, скорее всего, иллюзиями, и хотели оставаться, возможно, еще какое-то время друзьями. Обмен вышел не взаимным, энергообмен. Вам могло быть хорошо в сексе, в интимном отношении, но опять же вы передавали. Может быть, на какое-то время вас это энергетически устраивало, вы все были в предвкушении, но жестокая реальность, скажем так, отрезвляла. И теперь идет как страх, возможно, новых отношений, чтобы, возможно, вот как стопор идет прошлое. То ли вы такого же хотите найти балбеса по качествам каким-то, может быть, сексуального такого же хотите, может быть, что-то такое, что цену себе не знаете. Боитесь обидеть, боитесь что-то нарушить. Да нет, надо говорить, что вам не нравится. Возможно, не могли сказать, что на место поставить, а нужно это делать. Вот здесь идет утечка большая энергетическая по женскому плану, как я ощущаю. Давайте-ка посмотрим четвертую позицию. Препятствия. 14. Давайте возьмем дополнительные оракулы, посмотрим. Так, что же у нас там препятствия? Внешние, внутренние. Внешние препятствия и внутренние. Вот у нас уже 30 и 19 уже попадалось. Внутренние препятствия – это ваша воспитанность. Как ни парадоксально. А внешне нужно уметь наслаждаться. Наслаждаться, бывать в обществе, куда-то выходить. Нужно начинать новый этап в своей жизни. Если у вас есть отношения сейчас, но они ни к чему не ведут, ну, нужно как-то выходить из этого круга, куда-то общаться, идти все равно с людьми. Вакуум свой нужно разорвать. Нужно обмениваться энергетикой с другими людьми. Просто бывать в местах, где вам приятно, обмениваться этой энергетикой. Это нужно выползти из своей норки. Вы так хотите прекрасного, вы так хотите счастья, радости, гармонии. То есть у вас и внутри, и внешне, это уже из подсознания, и в сознании есть. Побудьте на природе, сходите в театр, послушайте музыку, которая вам нравится. Поработайте с энергоканалами, с чакрами своими. Попробуйте что-то новое узнать, как-то взбодриться, обновиться. Итак, что же необходимо изменить? Ничего не надо менять, по большому счету. Только вот прислушайтесь к советам оракула. Более вероятное развитие событий. Шестая позиция, тройка. Обретете мудрость, обретете какие-то знания. Какая-то соратница появится мудрая, которая даст рекомендацию вам такую, которая вам пригодится. Опыта не хватает определенного. Какой-то опыт вам нужен, полезный. Неважно, сколько вам лет.
Может быть, вы считаете себя слишком опытной в чем-то на самом деле. Давайте дополнительно еще возьмем оракул. Вы знаете как? Стихия огня. Возьмите свечечку, зажгите перед сном. Можете делать, можете медитацию делать на свечу. Смотрите, думайте о событиях дня, визуализируйте и сжигаете все плохое. Смотрите на свечечку дальше и погружаетесь в легкое-легкое трансовое состояние. И начинаете просто подпитываться энергией огня. Вам должно быть приятно, приятное ощущение. Начинайте думать просто. Можете вообще ни о чем сначала не думать. Можете подумать о чем-то хорошем, прекрасном, о мужчине вашей мечты. И смотрите на огонь и представляете, визуализируете, творите чудо, волшебство своими мыслями, своим позитивом, стихия огня вам в помощь. Но переборщите, то есть может быть огонь не во благо. Все делаем аккуратненько, в удовольствие, медитируем на огонь. Можно чисточку огнем сделать. Пройдитесь по помещению, где вы живете, по квартире, по комнате по вашей. Очистите помещение, очистите негативную энергетику. Что-то застаревшее нужно убирать. Подведем итог. Третий вариант. Что же нам еще подскажут оракулы египетские? Оракул пирамид. Давайте, мои хорошие, сверху, снизу или середки. Давайте середки достанем. Ох, танцульки. Отдых вам, конечно, тоже нужен. Общество приятное. Итог. Итог, просто будьте аккуратнее, чтобы не переросло желание отношений в банальную похоть и какие-то разгульные, развеселые празднества. Все-таки старайтесь находить золотую середину. Все будет замечательно. Выйдете ли второй раз замуж? 17-й аркан. Смотрите, какая красота. Конечно же, у вас будут отношения, будет человек. Расчистите ему путь. Росточек тот, который посадили все-таки когда-то, даст свои плоды. Ожидайте результат. Результат должен быть положительным. Все должно быть хорошо, потому что иначе не может просто быть. Может быть, не сразу, не с первого раза, не с первой попытки. Понимать, что все течет, все меняется. В одну и ту же реку дважды не войдешь. Те отношения, которые были и оставили негативные впечатления, пора их перекрывать и энергетику не отдавать свою. Не отдавать свою энергию туда, в прошлое. Вас ждет замечательное, настоящее и замечательное будущее. Будущее мы строим уже здесь и сейчас. Благодарю всех за просмотр. Ставьте, пожалуйста, лайки. Энергия благодарности довернется к вам вдвойне и втройне. Всех обнимаю энергетически. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Пока-пока, до новых встреч!